Всем добрый вечер, друзья. Сегодня продолжаем играть в Elden Ring. Постараемся бессмертие, тем более, что обнаружили вот эту вот механику с дугой, с вот этой великой руной. И у нас сразу получился огромный баф по здоровью. Еще бы улучшить бутылочки, сделать их... Ну, в первую очередь, конечно, улучшить бутылочки. И, ну, чтобы эффективнее восполнять то самое здоровье, которое у нас есть. Мне говорят, по уровню уже пора вот сюда, но я бы не хотел оставлять места неисследованные. И вот здесь, на тракте, на северном, я вижу, что можно карту взять. Я, наверное, поэтому сюда и отправлюсь. Все сразу понятно, куда идти. А может быть... А, вот оно. Опа, тут ключ понадобится. Ну, таких у меня есть. Обычные мечевидные ключи у меня есть. Наверное, штук 5. Плюс они в продаже есть, свободные. Пещера открылась. Явно, что в пещерках может пригодиться нам что? Правильно. Факел. Который почему-то мне сейчас не включался сам по себе. Впереди пара. Удары не поможет. Тем более добудут удары. Блин, я так не хочу в самом начале трансляции сдыхать. Опасно. Опасно. Опасненько. Пробуем вызвать сразу собак. Да. Два босса. Нет! Волки закончились. Вообще не атакуем. Урона нет. Что делать, что делать, что делать, что делать, что делать, что делать? Могу я уйти? Не могу уйти. Ребята, что делать, что делать? Умру! А, копье посох. Может, у них разные защиты. Я бы поменял щит, конечно, магический. Попробую второго побить. Да я не поставил вторую пушку дробящую, блин. Да. Ну да, но поздно уже. Лечения нет. Жизни нет. Черт! Блин, ну почему я не поставил заранее второе оружие? Ну блин, так, давайте попробуем за этой спрятаться. Ничего сложного нет. Вообще ничего сложного нет. Если бы пушка была... Вообще никаких проблем. Что это такое? Еще бэкстебнуть можно. Фляжку даже не потратили, похоже. Ну, будет мне наука. Будет, блин, мне наука. Два. Три. Четыре. И пять. Можно дольше еще. Ой, 150, 200, 100, 100. Урон, что? 350 комбинированный. Что? А, вставай, иди к мужику. А-а-а. Охренеть. Какие же вы психи, а? Ага. Понял тебя. Так, мужик какой-то нездоровый. Как это?
Я... Да сейчас добьем, что это за... Ну, у него мувсет вообще шикарный. Просто шикарный мувсет. Который даже не надо изучать в такой ситуации. 2700 — это довольно слабый типа босс был. Колокольная сфера торговца костями. Колокольная сфера торговца костями. Еще разок юзаю тогда восстановление, накладываю. Погнали. Так, их двое. Что вы такое? Они похожи на каменных. Но урон наносит. Ага, понял. Блин, так вообще мне хорошо бы... Да, хорошо бы. Блин, что за... Ага. 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 Ну, ГГшечки, чё? Мать моя женщина. Так, ладно. Один почти все. Нет, 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 нет. Нет, уйди. Да твой. Так, ребята, сегодня это первая смерть, кажется. Что? Еще выпьем. Да я бегу просто от них. Я бегу, не убегаю. Вывертел. Ага. Волков нет, что ли? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, меч этот. Есть минус один. Хорошо. Огонь, что ли? Блин, серьезно, нет. Бутылок нет. Да твою налево, как так-то? Блочь, Миш. Что делать? А больше ничего не сделать, Миш. Капец. Ой, выносливости нет. Ой, эти злые вообще какие-то. Вообще...
Ну, они какие... Вы видели? Ты просто бежишь, и тебя там бах, один навешивает, бах, второй. Троицу чем-то из третьей Dark Souls напоминает. Ну все, бутылок нет, со здоровья смотрите на, слева наверху. Приехали. 17 кадуш, хоть не потерял. И косарик заработал, спасибо. Да, что-то изи. Какой изи там, еле-еле просто. На перекатах, на блоках, на каких-то там отпаиваний. Все нужно поговорить. Офигеть. Здрасте. Ты что ж, готовься, моя юная подруга. Фестиваль начинается. Готов как никогда. Ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй. Прежде чем начать, позволь мне обрисовать тебе полную картину. Красиво, просто все меняется. Это конь. Это конь. Иго-го. Генерал Радан проклят и обречен на вечное скитание. Красная гниль Малини поражает, пожирает Радана изнутри, разум давно покинул его. Он тупой получается, да? Тупенький. Теперь он убивает всех друзей и врагов и грызет их трупы, словно пес. Пес. Здоровый шопипец. Так, а можно мне потренироваться? Воя в небесах. Но теперь пришло время повеселиться. Пир начинается, о славные герои! Праздник войны! Фестиваль! Радана! Ободряющий клич дали. Без самонов, да? Ой, Радан бич звезд. Стреляет уже сейчас. Твою налево, блин. Да твою! Твой! Ах ты! Да, неплохо. Че он здоровый такой, а? Ага. Нифига себе. А так можно было, да? Конечки. Ой-ой-ой. Ага. Что это такое, блин? Супер. Да, я заметил коня под ним. Он крутой. Ну что, друзья, спасибо, что смотрели. Почти убили, да-да-да. Две серии провели ударов, отняли где-то 1/6 часть здоровья. Продолжим с вами завтра. Благодарю вас за внимание, благодарю, что смотрели, смотрели на ГГ, общались в чатике, в общем. Все равно хорошо, что сегодня поиграли. Трансляция ушла почти 5 часов, так что давайте. Хорошего отдыха.
Спокойной ночи. Увидимся завтра.